Всем доброго времени суток. Наконец-то у нас погодка вроде как. Один денек сегодня разгулялась. Ну, решил я что-то пробежаться здесь по перекатам. Места видите сами какие. Посмотрим сейчас, что из этого получится. Вчера в такую, ну, откровенно скотскую погоду ездил. Поймал, что ли, 3 или 4 окунька. Сейчас кино вроде делается. А пока кино делается, я тут на рыбалку еще успею сбегать. Ну, сейчас пробегусь. Часика 2 сегодня на рыбалку. Так до темноты. Ну а что получится, будем смотреть уже. Сегодня Кощей, катушка Шимано Сары, Биби 2000-ая, NC4, которая другая, леска 0.12, мормышки, приманки в ассортименте. Что, пойдем рыбу ловить. А, поклевочка была. Есть кто-то живой в речке? Пока стоит белая танточка. Так, поменяю белое что-то. Ставлю такое коричневое. Естественного цвета. Было пару придержек каких-то непонятных. Стоит одноухий монтаж. Полграммика, наверное. Что-то подозреваю, надо будет здесь, наверное, побольше. Сейчас посмотрим. Ага, ты проворонил. Вот так, кого-то поймал. Походу, елец. О, какой. Вот у меня возникает вопрос такой. Вот вроде елец, а вроде ни хрена не елец. Может, это все-таки подъязок? А? Больно что-то лупоглазый. Опа, убежал. Ну, рыбка бойка, ловить интересно. Так, ладно. Здесь местечко обкидал. Пойду сейчас попробую дальше зайти. Опа! Так, кто это у нас тут? Это у нас ельчишка. Это у нас ельчишка. Они там и теребили. Сегодня болотники одел. Так, на всякий случай. Здесь, наверное, поглубже надо. Ух ты! Сбежал кто-то. Гадкий. Тут ничего, вроде был кто-то. Дёрнулся два раза и сбежал. Ага. Супер окунь. Это там постукивал. Прям под поверхностью догнал. Ну, чуть поглубже уже окунёк нарисовался. Эх, тут бы микрушечкой бы пробить. Поставим бонус. Сейчас я окуняры мои будут. Сейчас
раз несколько закину мормышку, поставлю потяжелее. Сейчас зацепился крючочек маленько. Разогнулся. О, блин. Вот я поймал рыба. А ведь клевала. Не. Мормышку поставил темненькую. 0,5, но вольфрам. Не пробивает. Не уходит в придонный слой. Поднимает мормышку. Не знаю, как уж великие спецы на течение на 0,2 в придонном слое ловят. Может, какая хитрая техника есть. Форму-то как почитаешь. А может, врут. И поставил секси-вормик. Вот атака. Пойду все же тяжелее. Поставлю. Еще тяжелее. Поднимает мормышку. Не знаю, как уж великие спецы на течение на 0,2 в придонном слое ловят. Может, какая хитрая техника есть. Форму-то как почитаешь. Может, врут. И поставил секси-вормик. Вот атака. Пойду все же тяжелее. Поставлю. Еще тяжелее. И светленько. Ух ты! Так, кого-то изловил. Кто это у нас? О! 0,8 грамм мормышка. 1,6 танта. Нахуй сфоточ. Плыви. Вот так. Я уж думал, окунёк. Так, пойду дальше. Выше по течению. Что-то здесь и тубус не хочет клевать, как ни странно. Сейчас перевяжу мормышку обратно. Так, ну здесь вообще мелкота, ловить нечего. Там разливчики есть, сейчас там попробую. Здесь сантиметров 15 глубины. Ну, вообще-то, можете и лес какой-то стоять. Его тут на мух надо ловить. Хотя солнце, наверное, не видно, ничего будет. Попробую здесь на этом плесике покидать. Может, здесь кто-нибудь будет. Сейчас глянем. Там место вроде хорошее. А потом с той стороны зайду. Хотя солнце, наверное, не видно, ничего будет. Попробую здесь на этом плесике покидать. Может, здесь кто-нибудь будет. Глянем, там место вроде хорошее. А потом с той стороны зайду. Ага. Пискарь.
скорейше. К дну прижимает, а за бороду цепляется. Беги. Вот он, супер окунь. Так, спутаю. Такого красотунчика. Так, я тут в пакетике-то пошарился. Там, оказывается, кроме таких, в бонусе-то есть вот такие. Вот не помню, как называется. У Казифиш такой есть. Типа такого. Ух ты! Ха. Кто это у нас там? Наш яичишка. На плюсике. Обалдеть. Ух ты! Какая почашечка-то хорошая была. Так, здесь в прошлый раз я окуньков половил. Может, и сейчас кто будет? О, о! Словил кого-то. Ага. Окушарик вот такой. Еще туда. Ага. Че, зацепился, что ли? Нет, поймал кого-то. Пунька поймал. Вот такой. Как зацеп чувствуется. Ух ты! Прям гнался. Гад. Смотри, что. То, что не клевал-то. Ага. Окунек. Ну, что-то маленький. Что-то мелковастый. О! Кого-то. Шустряк. Какой шустряк. О. Что ты? Все прыгаешь куда-то. Вот отпущу сейчас.
сатунчик. Таких же ловить уже более-менее приятно. Ух ты, утрал. Прям под берегом взял-то. Под берегом, под ногами. Поклевки ярко выраженных поклевок нету. Как подвис и все. Ни ударов, ничего. Так, местечко хорошее. Да что-то мне тут уже болотников-то только вдоль берега идти хватает. Странно, вот он только вот здесь вперед. Туда дальше. Тишина. Там поглубже, там или покрупнее кто-то стоит. Вроде щуки, может окунь крупный. Может ясь. Так, ну что, наверное, домой надо собираться. Поставил такую оранжевую танточку. Посмотрю, может какой-нибудь окунишка отреагирует. Потом еще там на перекате маленько кину и домой. Ой, как ловко. Я как-то раз вот с под того места две щуки подряд поймал. На джиговую вертушку, на ультралайт. Кино есть там где-то у меня на канале. Ладно, пойду там кину еще разок. Ага. Кто-то теребил оранжевый танто. Вроде погодка хорошая. Не скажу, что рыба очень активна. Я что-то не так делаю. Сейчас проверим. Поставлю мотыля от Беркли. И глянем, кто у нас ловится. Для чистоты эксперимента поставил мотыля от Беркли. Сейчас проверим. Что это нам даст? Не, темно, наверное, уже все, поздно. Рыб спать пошел. Ага. О! Кто это у нас тут? Пискарь. Ну, это никогда не спит. Как, конечно, не жалко, но рыбалку приходится заканчивать. Уже темно. Походил сегодня вообще отлично. И рыбки половил, и тепло, и комаров нет. Красота. Даже ветер под конец уже стих. Сейчас вообще классно. Такая тихая погодка, такая осенняя. Птички какие-то пищат. Лягушки квакают. Людоеды, которые у нас тут по сограм сидят. О, медведи орут. Кто-то его замочил. Ну ничего, нормальная деревенская сибирская жизнь. Ладно, на этом буду закругляться. Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока!